Прежде чем мы начнем просмотр этого видео, или, может быть, ты его в середине захочешь выключить, я хочу, чтобы ты знал, то, что 3 августа на канале «Гитарные истории» пройдет сумасшедший гитарный коллаб. Но чтобы не быть голословным, посмотри этот трейлер. Всем гитарным задротам, аудиофилам, ищущим свое золотое GGG. Про это в сегодняшнем выпуске. Погнали! Итак, о чем я хотел бы поговорить в сегодняшнем выпуске? О звучках. О звучках. Мне кажется, я вот только-только сейчас придумал то, что у гитариста существует 3 стадии. Первая — это когда ты совсем молодой и ты гонишься за скоростью, лишь бы играть просто как пердящий шмель. И ты нагоняешь эту свою скорость, нагоняешь. Тебе абсолютно как все звучит, грязно, срачно. И в плане звука абсолютно так же. Ты играешь на heavy metal от Лель, или ты играешь на Metal Zone, хотя про нее говорят, она классная, я не шарю. Можете написать свои мысли в комментарии, вообще Metal Zone это клево. А может быть даже ты мне напишешь то, что и heavy metal от Лель это тоже клево. В общем, тебе все равно, тебе наплевать, песок там, не песок, или по которому ты ходила. В общем, ты рубишь, ты гонишься за этой техникой. Потом ты чуть взрослеешь и начинаешь уже разбираться, что помимо каких-то там лельных примочек существуют гитарные усилители, бошки, кабинеты, комбари. Ты узнаешь то, что есть какое-то космическое выражение «ламповый звук», и то, что существуют ламповые, транзисторные все эти приблуды, каждый, как многие утверждают, звучат по-разному, и ты сам становишься либо тем, кому похуй на этот звук, лишь бы все звучало, играло, и за творчеством гонишься, за музыкой, либо до тех, которые любят докапываться, что какой здесь обертончик, здесь вот эта лампа прозвучала именно... В общем, это вторая стадия и самая долгая стадия гитариста, потому что помимо своего усилителя гитарист ищет свою гитару, свой гриф, как ему удобно играть, ширину грифа, радиус и всякую такую херню. Накладка, самое главное, если вы могли заметить у меня на гитарах, черная накладка, ебани, я обожаю накладку ебани. Так вот, продолжим. И сюда же входит твой поиск вот этих вот прямоугольных черных штучек, которые называются звукосниматели, датчики, кому как нравится. Если ты играешь прям больше, конечно, ты будешь использовать хамбачи, каралалы. В общем, конечно, мы играем весь такой тяжеляк на хамбакерах, и каждый ищет свой хамбакер. Вы все прекрасно знаете, что существует куча-куча разных фирм и контор, и брендов, которые выпускают все вот эти вот штуки. И сегодня мы как раз о них и будем говорить. Ну вот, наверное, ты хочешь спросить, а какая еще третья стадия? Третья стадия — это когда ты просто уже покупаешь себе нахрен дорогущий 60-х годов телекастер, втыкаешь его куда-нибудь в какой-нибудь супер-мега-клевый Fender Twin и просто тянешь всего один бенд, тянешь, и тебе больше ни хера не надо. И ты еще, скорее всего, на девятку начинаешь переходить. Ну, не на машину, конечно, ты не слезаешь со своего Volkswagen в девятку, а на струну на девяточку, потому что ты уже старенький, тебе насрать. Это обычно, когда тебе уже, я думаю, за 60 или 70, у тебя есть свой дом, ты сидишь на своей веранде, попиваешь то, что ты еще можешь попивать в своем возрасте, и тянешь этот... Ну, а пока мы с вами еще в стадии второй, поэтому давайте и поговорим об этом. Я вам расскажу, что происходит в этом видео и что происходит вообще у меня в жизни. В общем, здесь сейчас, если видно, могу поднести поближе, находится всем известный Ёж. До этого в этой гитаре у меня стоял Билл Лоуренс. А еще до этого в ней стоял стандартный Рокфилд, который идет типа как дочерняя контора или какое-то производство, не помню, Сэмеров что ли. Не суть, похер. Я всегда так отношусь ко всему. Так вот, у меня стоял Билл Лоуренс. Многие мне говорили, почему я пизжу, что многие.
Мне мой кореш говорил то, что Билл Лоуренс это просто чумовейший звучело, который рвет и нахрен раздирает весь твой тазобедренный сустав, и это просто... И у кореша был этот Билл Лоуренс очень много лет, и я такой подумал, ну, я готов, вроде я начал зарабатывать деньги, я готов купить. Как у меня появился этот Билл Лоуренс, вы можете посмотреть вот это видео, которое сейчас здесь выскакивает. Как раз с этим корешем мы решили заснять такой небольшой скетч. Пиндюрил я его сюда, и я делал сравнение Рокфилда и Билла Лоуренса. Без каких-то базаров, просто чистая игра. Сейчас вот по этой подсказке вы можете залезть и посмотреть, что, как оно там все звучит и как я сравнивал. Там даже есть какие-то комментарии даже от людей, которые писали латинскими буквами. Вот, я лично для себя, я ничего не нашел такого, что вот именно на эту гитару поставить. Я грешу, конечно, на гитару. Может, она легкая, может, она какая-то странная. Но я поставил, когда Билл Лоуренс, металла из нее все равно не слышал. Я подумал, ну, может быть, все-таки активная херня меня должна спасти, и нужно пробовать еж. И опять же у своего кореша, у которого приобрел Билл Лоуренс, я приобрел Ёж. Ну как приобрел? Он сказал, хочешь, забирай Ёж, а дай мне Билл Лоуренс. Он говорит, я что-то себе хочу Билл Лоуренс. Я говорю, ну давай попробуем. У меня лежал, наверное, полгода этот Ёж, мне все было никак не поставить. Времени не находил. Потом я его засунул. Протрахался я с этим ежом долгое количество времени, потому что, ну, я не особо мастер во всех распайках, как что должно стоять. В общем, как я его только не подключал. Он у меня то звучит, то нек не звучит, то, блин, он с каким-то перегрузом играет, то еще с чем-то. Короче, с какой-то херней мне все было непонятно. Но Кирюха из Hard Sound мне помог. Я ему написал, он мне расписал, что нужно сделать, поэтому... Кирюха, спасибо, ты меня выручил. Сейчас звучит все так, как я хотел. Звучит сейчас, на данном этапе. У меня, если включаем положение вверх, у меня играет нек, и эта громкость идет на нек. Включаем это положение, у меня играет бридж, и громкость, соответственно, на бридж. Я не знаю, то ли херовый потенциометр, или из-за того, что это такая система активного и пассивного датчиков, которую я поставил, но сейчас я вам не буду демонстрировать, но вообще, когда я кручу, громкость, все здесь, не знаю, херовый потенциометр или что. Так вот, я все это дело поставил, залепил и подумал, что как он будет звучать еж. На момент записи этого видео я еще не репетировал с группой, не слышал, как все это будет звучать в миксе через процессор, который где-то там у меня валяется. Я всего лишь чуть-чуть послушал дома через VST-хи. И, соответственно, сейчас здесь я записал таким же макаром, как я записывал ту же тему «Дожди» Корнелюка, как я записывал в предыдущем видосе, чисто под метроном, по максимуму настройки все были одни и те же. Может быть, струны чуть посвежее эти стоят. Ну давайте сейчас все там напишут, о, ну конечно, обертона будут другие, струны свежее, поэтому разница ебать какая. Похер, мне кажется, как бы сам тон и само звучание... звукоснимателя можно определить и чуть похуже струн или чуть получше. Поэтому я сейчас записал то же самое на еже и сделал склейку предыдущего видео и вот то, что записано сейчас. Давайте послушаем, посмотрим, нахера смотреть, лучше давайте слушать, как оно все там звучит и есть ли разница теперь между Билл Лоуренс и EMG. Хер его знает. Буду вместе с вами сейчас это смотреть, слушать. Ну, вру, конечно, немного, я же это буду монтировать, поэтому я послушаю это раньше. Но с группой я это узнаю только завтра. Ну и то я так говорю, если я сегодня это видео смонтирую. Давайте смотреть. Тьфу, блядь, слушать. Погнали.
что, как-то так, все ваши мысли, все ваши думы, все ваши предположения, заявления и все прочее, что вы хотите высказать по поводу увиденного и услышанного, пишите, конечно же, в комментарии. Будет интересно услышать ваше мнение, что думаете вы. Ставь лайк, если тебе это понравилось, если не понравилось, то иди в жопу, подписывайся на все мои ресурсы, которые существуют, не забывай про 3 августа и про канал Гитарные Истории, про нашу огромнейшую, супер-мега-пупер-фантастическую коллаборацию гитаристов. Но пока-пока!